В Нарьян-Маре определили лучших предпринимателей года. Торжественная церемония награждения прошла в администрации города. Победители определили в 4 номинациях. Лучший предприниматель в сфере услуг, в сфере торговли и общественного питания, лучший работодатель, народное признание. Василий Торцев – человек, с которым уже давно и прочно ассоциируется слово «книги». В октябре следующего года Василий Евдокимович отметит 25-летие своей предпринимательской деятельности. За эти годы менялись литературные веяния, вкусы и предпочтения читателей. На книжных полках исчезали и появлялись новые авторы. Вечной оставалась лишь классика и любовь Василия Торцева к своему делу. Книжный магазин был открыт в общежитии рыбокомбината, тогда еще действующего. Там была маленькая комнатка и 5 передвижных точек по городу. Предпринимательская деятельность Василия Торцева началась в октябре далекого 92-го. В этот год в Нарьян-Маре закрылся государственный книжный магазин. И Василий Евдокимович подхватил эту важную миссию – прививать людям любовь к литературе и чтению. Люди нуждались в книгах. Сам Василий Евдокимович – фанат книг с самого раннего детства. Этому способствовали родители, известные в округе педагоги Евдоким и Надежда Торцевы. Василий Евдокимович любит историческую литературу, классику, таких авторов, как Лесков, Чехов, Гоголь и Задонский. А в молодости обожал Есенина и даже пытался писать стихи в манере поэта. В общем, как человек начитанный и на правах хозяина, Василий Торцев часто советует людям хорошие книги. Эдгар Аллан По. Хочу обратить внимание на Маргарет Митчелл, «Унесенные ветром». Также мной уважаемый Сергей Александрович Есенин, «Полное собрание сочинений». Это вы сейчас показываете то, вот если бы человек пришел и сказал, посоветуйте мне что-нибудь из классики, это вот вы бы ему посоветовали, да, эти книги, да? Да. Своим любимым делом Василий Евдокимович действительно живет, изучает книжный рынок в поисках новинок, реагирует на появление новой учебной и методической литературы. Уже много лет сотрудничает с учреждениями образования, принимает заявки от жителей округа. Иными словами, делает все, чтобы удовлетворить растущий покупательский спрос. Несмотря на то, что в современном мире все больше пользуются популярностью электронные пособия, значение книг умалить невозможно, считает Василий Евдокимович. Самые прочные, самые подробные знания мы черпаем из книг. И из книг различных, будь то документальная проза, художественная, научно-популярная или учебная литература. Верен Василий Евдокимович и еще одной известной истины. Самый лучший подарок – это книга. Василий Торцев – яркий пример предпринимателя, который работает не просто ради прибыли, но еще и ради идеи. Это залог успеха любого предпринимателя. Успех предпринимателя подтвердила и конкурсная комиссия. Василий Евдокимович признан лучшим предпринимателем года в сфере торговли. Василий Евдокимович, книга – лучший подарок. Все мы это знаем. И несмотря на то, что современный мир таков, что молодые люди, да, все меньше и меньше читают книги. Тем не менее, ваш магазин всегда полон, всегда приходят туда детишки за новой книжкой, всегда приходят родители, чтобы выбрать своим любимым детям хорошую, красивую, интересную книгу, чтобы выбрать подарок своим друзьям, своим любимым. Так держать. Спасибо вам. Также среди победителей конкурса – индивидуальные предприниматели, работающие в сфере индустрии красоты и фармации. Народное признание получил индивидуальный предприниматель Василий Шамрай. Мария Владимирова, Ирина Цепитова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».